территорию Южного Кавказа запрещались армянские церкви, закрывались армянские школы. Русские царские войска разоружали армянских повстанцев, сдавали Западную Армению, заключали московские и карские договора. Вот антиомега так называемой дружбы армянского и русского народа не было никакой дружбы. Нам нужна Армения без армян. Так говорил Лобанов Ростовский в середине 19 века. Вот истинное лицо русско-армянской дружбы. Не было никакой дружбы. Была колониальная политика. Армения всегда была разменной монетой России. Поэтому мы сегодня понимаем, что миф об русско-армянской дружбе развенчан раз и навсегда. И отныне для нас это аксиома. Мы, армянский народ, отвечаем вам словами Михаила Юрьевича Лермонтова: «Прощай, не вытая Россия!»